Там впереди дикая лисичка. Вон она как прыгает. Она прыгнула. Вот она. Не знаю, как подзывать лисичек. Но она идет по дороге. Там у нее мышка. У лисички мышка. Не знаю, не смогу показать. Вот, а у нее лисята. Лисичка, у нее лисята. Блин, камера, низкое разрешение. Пойдем, да? Рискнем. Может быть, мы их найдем. Да, они убегают. Лисы и лисички убежали. Кого-то они не поймали. Интересно, на кого они охотились? Наверное, была мышь, да? Интересно, как им тут в борщевике? Тут же нельзя жить. Тут жить нельзя. Кись-кись-кись-кись-кись-кись. Хитрые рыжие мордочки. Спрятались. Ладно, я, наверное, велосипед могу поставить. Ой. И аккуратненько пройтись. Они же спрятались под елкой, да? В поисках лисичек. И не видно их, и не слышно. Не, хитрые зверьки. Сразу убежали. Ну ладно. Пора идти на выезд из этих болот. Люди тут все равно нифига не ходят, да? Только лисички прыгают. Ой. И борщевик растет. Надеюсь, я его нигде не схватил.